Я Александра Соколова рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам покажу очень аккуратненькие, уютненькие квартиры 1 плюс 1 в газифицированном районе Тедже. Квартира находится рядом с пляжем, рядом со всей инфраструктурой, с базаром по средам, со всеми супермаркетами, автобусными остановками и все, что вам необходимо для постоянного проживания или для качественного отдыха, находится здесь в пешей доступности. Квартиры большие, светлые, просторные, в невысоком доме, пятиэтажном, три квартиры на этаже, все квартиры 1 плюс 1. Окончание строительства март-апрель, ориентирую вас, скорее всего, на апрель. Лучше вам будет приятно получить ключи раньше. Давайте посмотрим эту квартиру, а пока подписывайтесь и ставьте лайки. Это наша входная группа. Такой подъезд, очень нарядный будет, со спотами, с летами. Вход до подъезда и лестницы. Будет здесь очень нарядно. На этаже лестница, лифт и три квартиры. Все квартиры 1 плюс 1, идентичной планировки. Мне понравилось это, хочу показать ее вам. При входе у нас вот такой вот коридорчик. При входе с коридорчика тоже очень удобно есть санузел. Санузел хорошего размера, будет с душем, с раковиной, с унитазом. Все уже в плиточке, вы можете оценить. Здесь будет подвесной унитаз. Из коридора можем также попасть в спальню. Спальни не маленькие, хорошие, вполне и кроватишка, все поместится. Есть разводка под батареи. Работы ведутся активно. Не буду подходить ближе, чтобы меня не испачкали. Кухня-гостиная, единое пространство. Квартиры у нас сдаются с кухонным гарнитуром. Всегда под ключ. Пол ламинат, в мокрых зонах плитка. Закатка стен, нейтральный цвет. Межкомнатные двери, стеклопакеты. Это наш джентльменский набор, в которых сдаются квартиры. То есть осталось только занести мебель, технику и жить. С салона есть выход на террасу. Вот эта техническая часть. Здесь у нас будет стиральная машина, газовый котел. Газ в этом районе активный. С террасы море не видно, но оно тут совсем рядом, порядка 250-300 метров до моря. Такое вот окружение вокруг. Покажу, как выглядят квартиры на этаже. Эта квартира чуть побольше, есть квартиры чуть поменьше. Желающим вышлю прайс-лист по ценам, по наличию. Какие-то же есть в этом доме. Квартир осталось не очень много. Работы, подчеркиваю, ведутся очень активно. Средняя квартира. Также имеется терраса. Также выводы всех технических вещей. Стиралки и газового котла. Это наш лифт. Квартира на другую сторону будет зеркальной планировки. Здесь у нас спальня. В
Планировочка тоже вышли по запросу. Обращайтесь по телефону в WhatsApp. Телефоны вы найдете внизу под видео в описании. Либо телефон в WhatsApp появляется на экране. Связывайтесь, буду рада выслать вам материалы по данному предложению и актуальный прайс-лист. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, люблю и обнимаю. Пока-пока!